Домовой. На первый взгляд, безобидное существо, верно? Все мы знаем, что домовой – покровитель дома, обеспечивающий комфортную жизнь семьи, плодородие и здоровье людей. Издавна верили, что у каждого человека в доме обитает дух домовой. Очень маленький, обросший и немного грязный, как во всем известном мультике про домовенка Кузю, живущий за печкой или чердаком и не выходящий за пределы дома. Но вы знали, что этот дух бывает злым и может доставить много неприятностей. То, какой домовой будет жить с человеком, зависит от жителя дома. У безалаберного и ленивого будет дух, который все запутает в хозяйстве и доведет до разорения. Домовой не любит бездумных трат, ненавидит пьяниц и замужних женщин без платков на голове. Рассердишь домового, забудет про спокойную жизнь. Стуча посудой и сбрасывая с постели, домовой будет лишать вас сна, а также прятать вещи и спутывать волосы. Но есть и хорошая новость, он отходчив. Чтобы помириться с домовым, нужно преподнести ему подарок, например, кусочек хлеба или блестящую мишуру. Никто не знает, как он выглядит, ведь он невидим, но изредка может появиться в образе хозяина, пока того нет дома. Никто не заметит подвоха, считается, что это дурной знак. Домовой часто издает звуки, плачет, постанывает, иногда хихикает. Чувствуя смерть домочадцев, очень переживает и плачет всю ночь. А если грядет война, эпидемия, губительный пожар, домовые выходят из села и воюют все вместе. Люди заметили закономерность, если домовой загремел посудой, лучше быть с огнем поосторожнее и остерегаться пожара. Немало примет собралось за века общения человека с домовым, добрым соседом, хранителем очага и верным, преданным другом семьи.